открывал. С вами наш бокс московский. Дорогие мои, вот я хочу вам представить машину. Вот ее хозяин, Сергей его звать. Ребята, я когда-то ему ставил карбюратор, вот этот красавец. Он приезжал ко мне в Ивантеевку, я ему поставил. Все вроде бы было все провода, хорошо. Провода, все. Значит, смотрите, мужики. Два цилиндра не работают. Ну, сейчас начали было, я думаю, да ну. Вот вам факт налицо. Человек говорит, я не знаю, в чем дело. Как мы просто все нашли. Вот эта вот замыкалочка нам показала, что эти два цилиндра, вот этот и этот, не работают. Ну, практически они все, они ноль. А на этих сразу глохнет. Ну, то есть машина работает на двух цилиндрах. Работа она, конечно, отвратительна. Почему я не стал его вам показывать? Ну, что, два раза протыкать уже не хочется. Вот. Ребята, два цилиндра не работают. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас просто-напросто возьмем вот такой ключ большой. Ключик большой. Вот это мы берем тогда, раз он отказался от нее. Вот. Сейчас мы возьмем этот ключик. Я вам показал. Ребята, метод поиска очень простой. Можете вытаскивать просто по одному цилиндру. Можете замыкать, как я боюсь, меня дергать током. Я не люблю, когда меня бьет током. Вот. Значит, раз, два вариант. Как угодно. Можете по стенду. Есть на стенде такая же штука. Вот этот, с эти свечи не работали. Они чернющие, черные, в ужасном состоянии. На них только бензин. Они белые. О, это пи***ц. Вот, Сергей, посвети на него. Покажи его всему народу. А теперь покажи свечу. У него там нет ничего? У тебя там не тут нет, а вот тут нет ничего. Вот тут, вот здесь вот. Это что такое? Да. Замкнута свеча. Как можно такую свечу ставить сюда? Весь ремонт закончился. Нулевые свечи мне поставил. Нулевые? Нулевые? Ты как их, может, ронял? Нулевые свечи вытаскивают. Вытаскивают. И, ну, мужики, ну смотрите. Ну, свеча замкнута. Внимательно, внимательно всем покажи. Ну, это, мужики, это знаете, как на букву П называется? Полный. Сейчас я вторую вытащу. Сергей, а я это сегодня приехал, ехал, думал, убьюсь нахер. Тозик идет по трассе. Вроде пустая дорога, ну как пустая? Да ну, как вот так вот, вот так вот. А ты мне говоришь, я не знаю, я все переделал. Нихуя ты ничего не переделал. Ничего ты не переделал. Бля, старый свеч... Ночью я... Вот, я... покажу такой ролик, покажу в Москве все. Замкнутая свеча. Сергей. Сергей. Ну иди твою мать. Ну блин. А давай остальные посмотрим. Просто. Она говорит, не заводится. Мужики, вы не в курсе, почему машина не заводится? Я менял свечи и на старый, на новый. Давай старый проверим. А это, смотри сюда, Серёж. Чего? А это свеча вообще не закручена у тебя. Я сейчас это посмотрю. Свеча-то не закручена. Ну, короче. Я подключил, здесь сразу, блядь, закручена. Ты букву Р знаешь? Нет. Ну вот есть такое слово. Кто ты? Кто ты? На букву Р. Не знаю. Распи***й. Ну не обижайся. Ну я понял. Не обижайся, ни грамма. Тут ничего обидного нет. Просто сейчас проверю старый свечи. Проверь старый свечи. Такие должны быть, знаешь. А я его жду, Вадим. Я его жду сегодня с 8 часов. Он приехал ко мне из города Димный, да? Из города Димный приехал. Вот. Ну вот здесь нормально зазор. 0,7-0,8. Свеча. Только чистый бензин. Ладно, новый свет, а старый-то, значит, почему она не заливается?
ключами. Ничего не трогай. Все понятно здесь. Сейчас мы заведем. Мужики, она работала, надо было вам показать, как она. Она двоила. Двоила. Как мне говорят, на окошке. Окошко троит. Я говорю, да ладно. Да, говорит, троит окошко. Я говорю, да правда, что ли? У нее 20 литров чего? 4, 2 не работают. Вот, пожалуйста. Сергей. Япона-мать. Япона-мать. Япона. Так, сейчас мы принесем это. Блять, ну такие свечи. Максим, на, Вадим, еще раз покажи. Я такие свечи никогда не видел в жизни. Они замкнуты. Это хорошие. Вот старые сейчас свечи. Вот посмотри, это, у него, Вадим, свечи старые. Которые я снял. Вот, но они черные почему-то. Снимай. Мужики, ну вот я-то хотел помучиться, думаю, сейчас напрягу все свои знания, отдам, положу на алтарь победы. Нет, не получилось. Еще время еще есть. Время еще есть. Ну, мужики, ну, Сергей, брат родной, ну, у меня был такой ролик. Однажды приехали ко мне два. Когда? Два этих. Это когда было-то? Нет, это приехали два этих. Они рыбаки хорошие, они два врача. Два врача? Два врача, дантисты. Yeah. Дантисты. Дантисты. Нет, вот. Два... И они, значит, приехали на Ниве и говорят, а я вчера только Ниву делал им. Только вчера делал. Вот посмотри, здесь 08, да, написано? Yeah. Ну вот 0,8 мы сделаем тебе, а вообще 0,8-0,9. И стоят, молчат, я ищу, блядь, вот так же колбасит. Думаю, да что такое? И они стоят, но врачи же, что их сейчас спрашивают-то? Зубы у меня не болели, не болели тогда. Я, значит... Давай сразу тебе тоже, да? Сейчас посмотрим. Вот. Я, значит, им говорю, вы что делали? Да ничего не делали. Я говорю, ладно. Вы сознаетесь, может, что делали? Я уж полез за карбюратор ремонтировать. Они, значит, мне говорят, прекрасная свечка работает. Вот сюда мы ее положим. Значит, они говорят, мы, говорит, зазор только поменяли на свечах. Я говорю, а сколько вы? Ну, у нас же газ, у них газ еще был. И нам один чудак на букву М сказал, где свечи какие? Вот, раз, вот два. Эти. Да. Сказал, значит, нам сделать зазор уменьшить для газа. Для газа. Ну, они уменьшили. Он сказал, на 0,1 уменьшить. Они поставили 0,1. Я говорю, ну, там, смотри, вообще не видно зазора. 0,1 миллиметра. А он сказал, на 0,1 уменьшить для газа. Вот уж я оторвался по полной. Ну, я 4 часа делал. Я не пойму. Ну, я загнул 4 часа. Сейчас скажут, что ж ты за мастер такой хреновый, что ты 4 часа делаешь. Ну, долго я мучился. Нет, я же только вчера машину отпустил. И она работала как часы. Я полез туда. Ну, вот прекрасная свечка. А, вот это все 4, да? А, то есть вот эти свечи, которые я снял, я так понял? Да. Все. Все а замечательно. Вот старые. Ладно, давайте сначала сделаем здесь вот эту машину. Вот. Так что, а ты говоришь, я уж мне так напугался, думаю, лети твою мать. Я поставил новый карбюратор. Какие-то проблемы с машиной. Это хорошо, что вот так все закончилось. А то ведь могло закончиться по-другому. Парень приехал, мы вводил, я тут делал одному. Он тоже ругался на меня, так и так вот. Да нет, машина троит,
А я, значит, ему обнаружил, что у него в третьем цилиндре ноль компрессии. Ноль. Ну, я говорю, что сделаете? Я же карбюратор, его не мог погасить у тебя компрессию. Не мог? Не мог. Карбюратор. Я был там у местных этих, наших там тоже. Я... Че, так никто и не нашел. Они посмотрели, что-то там... Ой, да, там, говорит, что-то плохо. Как-то... Денег нет. Давай, говорит, дадим. Я не стал заморачиваться. Мужики, интернет, ютуба, подписчики мои, вы только не думайте, что я подтасовал. Вот спросите его, я что-нибудь тасовал? Все верно, все правильно. Смотри, я ключом могу оприходовать. Я это, ничего не делал. Первое, что я сделал, это вот проткнул правосвечник. Ну, хорошо, что у вас есть такая вот штучка. А рукой? Ну, разок шибанет тебя током, ничего страшного не будет. Ничего страшного не будет. Здесь полезный ток. 30 тысяч вольт. Нет, нет, стукнет. Вот. Так что ничего не подтасовывал тут. Все как было, все так как начал работать. Сейчас будет работать больше человек, как часы стоять будет. И заводиться будет. А как на холодное на двух-то будет заводиться? Конечно, нет. Вот столько бензина, ты говоришь, а я ему не верил, мужики. Бензин, говорит, сзади, это, сзади может литься только конденсат. Ну, я образно говорю. Вот. А, так... ты не образно. Бензин здесь не поджигался. Бензин не поджигался. А он туда засасывался. Вот, мужики. Иван Федорович как раз звонит. Видите, я его не взял. Сейчас мне будут говорить, какой же ты козел. Не взял друга. Иван Федорович, знаю. А что делать? Не. Это же второй же. А это первый. Это первый. Я думаю, бля, может здесь правда запутан. Не. Ты запомнил, как искать? Теперь. Ой, блядь. Я просто обрадовался вообще, что новая свеча завелась. Все. Думаю, бля, аллилуйя. Аллилуйя, нет, не аллилуйя. Троит, ладно. Вот завелась. Теперь давай. Народ все смотрит. Я пока вот крест буду держать. Аллилуйю. Кричать буду. Уй! Чуть не упал. Заводи. Иди сюда. Смотри, как скобан стоит. Не шелохнется. Я и дурак, и 45 километров с Ивантеевки вперся за этой. Сейчас, подожди, я это отрегулирую холостой, обороты, все, делаю. Берем отвертку. Свечу надо вот туда положить. Клапан, еще раз говорю, мало. Клапан. Как нужно закручивать? Туго, натуго. Сейчас я возьму. Не, я туда не полезу. Нет, ну туда, почему ты имеешь право туда лезть? Вот сейчас я... Блядь. Посмотри, обороты падают. Да. Падают. Прекрасная горочка есть. Сейчас заглохнет машина. Видите. А говорят, нет горочки. Все есть. Вот она, видишь? Вот она. Теперь обороты уберем. Так, мужики. Я хочу со всеми попрощаться. До новых встреч, до новых роликов. Вот, смотрите внимательно, мотайте на ус. Мы победили. Помотайте, посмотри на него. Победили все-таки. Мы, говорит, мы пахали, я и трактор. Всем до новых встреч, до новых роликов.